В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Сегодня кировских водителей прямо на проезжей части заставили отмывать свои номера. Сотрудники ГИБДД проверили автолюбителей на чистоплотность. Из-за погоды машины стали грязными, а номера на автомобилях нечитаемыми. Нарушителей набралось немало. Каждый пятый водитель перед тем, как сесть за руль, забывает протереть номерные знаки. За езду с грязными номерами полагается штраф 500 рублей. Некоторые автовладельцы осознанно не протирают знак, чтобы избежать штрафов. Грязный номер не читается камерами фото- и видеофиксации. Статистику портят и те водители, кто до сих пор не поменял резину. К сожалению, у нас для многих водителей зима наступает внезапно и неожиданно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем ехать на монтаж и ожидаем, конечно, только ухудшения погоды. К тому же вот заморозки на почве, особенно в утренние и вечерние часы, они приводят к тому, что весь снег, вся жидкость, которая за время дня подтаяла, она вечером и утром превращается в гололед. Только за последние несколько дней в городе зафиксировано около 10 мелких аварий. Причина каждой – гололед. Кстати, водителям инспектора напоминает, что если в результате ДТП нет пострадавших, то совершенно не обязательно вызывать снаряд полиции. Автовладельцы могут сфотографировать место аварии, составить примерную схему движения автомобиля и с этими документами ехать в ГИБДД или страховую компанию.